По проекту здесь планируется обновить зеленое насаждение, обустроить детский городок, скалодром, скейт-парк, спортивные площадки. Также здесь запланированы беговая и велодорожки, декоративные элементы, шахматные столы. Сейчас эту территорию комфортной не назовешь. Парку больше полувека. По словам общественников, его реконструкция назрела давно, однако средства нужны немалые, а программа «Комфортная городская среда» – реальный шанс вдохнуть в парк новую жизнь. Мы будем только благодарны, если и город нас поддержит, и другие поселки, вот пользуясь вот этим случаем и понимая как бы необходимость вот все-таки на селе поднять не только город, но и село, поднять культуру, возродить традиции бывшего совхоза Ленина, возродить, поднять селян и призываем и селян всех тоже поддержать этот проект. Но то, что виноградницы проголосуют, я в этом 100% уверена. Проголосовать за свой парк виноградницы смогут 18 марта в местном ДК. Счетные комиссии в этот день будут работать во всех сельских округах и городе. Всего муниципальной комиссии отобрано 14 территорий. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте администрации или на нашем anaporegion.ru. Какой именно проект будет реализован в первоочередном порядке, зависит от самих жителей.